первых минут мы хорошо отыграли, выполняли тренерские установки, забили хороший гол в большинстве. Ну, совершили, можно сказать, себе два гола эти привезли. По третьему периоду. Ну, тоже удаление сыграли свою роль тоже. Надо меньше удаляться сейчас. Это предсезонная подготовка. Разберем голы и будем двигаться дальше. Играли хорошо, результаты не очень. Но хорошо, что в конце играли до конца, бились и, в принципе, могли игру вернуть. Рассчитываем сейчас на прессионном турнире, но наработать связки, наработать тактику правильно, выполнять задания как бы все вместе, чтобы уже знали, кто то, что делает, и если будем все правильно делать, будет результат.